Я Наталья Павловна, я опекун. У меня 10 лет стажа работы опекуном. Что только не происходило за эти годы. Основная масса моих воспитанников уже выросли, выучились, получили хорошее образование, но они до сих пор со мной поддерживают взаимоотношения. Я хочу поделиться с вами одной историей, которая произошла здесь, в Англии, с одним из русских мальчиков, который подрался с английским мальчиком. И этому русскому мальчику грозило исключение из школы с возможной депортацией из Англии. Мне пришлось договариваться с руководством школы о том, чтобы ему дали второй шанс показать себя с лучшей стороны. Мне пришлось договариваться с родителями английского мальчика, чтобы они не подавали дело в суд. Дело закончилось хорошо. Русскому мальчику дали второй шанс закончить школу. Сейчас он получил хорошее образование, сейчас у него хорошая работа, но он иногда звонит, и мы до сих пор созваниваемся с его родителями. Отправляйте своих детей в английские школы. Мы предпримем все наши усилия, чтобы никаких проблем не было. Мы можем решать проблемы. У нас это очень хорошо получается, потому что мы знаем, как это делать.